Вот. Наше мороженое фруктовое, самое полезное, без сливок, сахара, консервантов, готово. Сейчас мы положим его в заморозитель минимум на 1 час и будем лакомиться. Для нашего рецепта я взяла 6 бананов спелых, нарезала на кусочки. Положила в заморозитель на 2 часа. Разделила на две части. В одну часть я добавила цедру от одного лимона. Одну столовую ложку меда. И все это взбила. Во второй части, значит, у нас 3, получается 2,5 банана. 2 столовые ложки какао. 1 столовая ложка меда. Вот, я выложил все это в стеклянную посуду и уберу в заморозитель на 1 час. А потом будем лакомиться. Приятного всем аппетита!